Мы говорим об интегральном образовании, вы говорили о будущем, и спрашивают, как деньги будут рассматриваться в интегральном воспитании. Деньги будут использованы только для объединения между нами, как говорит Бааль Сулам. Все эти вещи должны перейти в простое использование. То, что необходимо, человек должен он себе оставлять, то, что необходимо для его существования. А все остальные избытки он должен передавать на исправление мира. Поэтому тут нет вообще вопроса по поводу денег. И таким образом, как он нам говорит в последнем поколении в своей книге Бааль Сулам, деньги исчезнут из мира. Если я буду получать все необходимое мне от мира, то зачем мне деньги?